יש גם סיפור יפה עם דוד המלך, כשהוא הרג את גוליית, אז כתוב בזוהר הקדוש, בתיקון לזוהר כ"א, שהוא אמר את הפסוק, כשהוא לקח חמש אבנים כדי לזרוק על גוליית, הוא אמר את הפסוק שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. יש שישה מילים, שמה ישראל, השם אלוקינו השם. אחרי שהוא אמר את השם אלוקינו השם, הוא אמר אחד, התחברו חמש אבנים ביחד, וזה הוא זרק על הכסדה המשוריינת של גוליית, הצליח לחדור פנימה ולהרוג אותו, וזה מה שניסה גוליית למנוע מעם ישראל. כתוב בגוליית, ויבוא השכם והערב, בבוקר ובערב, למה לא בצהריים? גוליית הבין, אם עם ישראל יגידו שמה ישראל, הוא לא יכול להרוג אותם, כי הקדוש ברוך הוא שומר את עם ישראל. מאיפה ידע את זה גוליית? זה כתוב בפסוק בפרשת שופטים. מה כתוב? שמה ישראל אתם יוצאים למלחמה. שואל רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי יוחנן, זה במסכת מכות, במסכת יומא, כתוב ככה, אמר רבי יוחנן, בשם משום רבי שמעון בר יוחאי, שמה הפשט? שמה ישראל אתם יוצאים ממלחמה, בזכות אמירת שמה ישראל ניצולים במלחמה. מבין איזה גוליית, הוא ניסה למנוע ולהפריע להגיד שמה ישראל והוא לא הצליח. אז עכשיו, שעם ישראל אומרים שמה ישראל כל יום, וגם דוד המלך אמר שמה ישראל כשהוא הרג את גוליית, זה המסר שלו לכל היהודים. כל יום, בבוקר, בערב, לא מבטרים. אומרים את הפסוק שמה ישראל, מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, וזוכים לשמירה לכל החיים. זה המסר של דוד המלך. Перейдем, потому что очень красивую историю рассказывает Шрагабранд рассказывает очень красивую историю про царя Давида. Дело в том, что он раздает здесь вот такую вот карточку, на которой написано «Шма Исраэль, слушай Израиль, Господь Бог наш, Господь один». И именно эту фразу сказал царь Давид, когда он взял пять камешков в свою пращу для того, чтобы запустить их в Голиата. Он взял пять камней и сказал «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». «Слушай, Израиль, Всевышний Бог наш, Всевышний один». И после этого, перед тем, как сказать «один», они превратились в один камень. Именно этот камень он бросил в Голиата, именно этим камнем он убил Голиата. Попал в его подзабрало, и Голиат упал, и Давид его убил, так сказать, он упал, причем он упал не назад, а упал вперед, да, и Давид смог отрезать ему голову, как бы. Давид даже не должен, не было времени у Голиата развернуться, там, где, когда камень падал, не должен был упасть назад вместе с камнем, но Голиат упал вперед, Давиду не нужно было бежать, он убил, успел быстро его убить. Так что хотел Голиат знал, он приходил утром и вечером, для того, чтобы не дать еврейскому народу говорить Криат Шма. Да? Стояли армии царя Шауля и армия Плештим, стояли одна напротив другой. Голиат выходил и говорит, кто выйдет со мной на войну. Да? И он выходил утром и выходил вечером, для того, чтобы евреи не могли сказать Криат Шма. Шрага объяснил, что в книге Зоар и в Талмуде написано, что победа в войнах, она связана с тем, что евреи говорят Криат Шма. Если евреи говорят утреннее шма, да, и вечернее шма, тогда они находятся на связи со Всевышним, и Всевышний их охраняет, и не дает им возможность побеждать. И это то, что Давид Амелах передает нам, да, как бы вот это вот послание, да, что говорите шма, и тогда тем самым вы находитесь под постоянной охраной Всевышнего, выполняя его заповедь из Торы, говорите утреннее и вечернее шма. Более того, все говорят, все считают, это я уже добавляю, Шрага этого не говорил, все считают, что царь Давид был великим воином. Действительно, царь Давид был великим воином, но он всегда знал, что его великая, совершенно неестественная сила побеждать в войнах, она связана с тем, что Всевышний дает ему эти силы. Он никогда не считал это, что это его сила, что он такой мощный, универсальный солдат. Он всегда считал, что Всевышний он его источник, его сил. Это мы должны никогда не забывать. Даже когда мы побеждаем, мы должны обязательно понимать, что только от Всевышнего зависит наша сила и наша возможность победить. Большое спасибо. Добрый день. Добро пожаловать. Господь вас благословит. Царь Давид благословит меня. Шма Исраэль. Слушай, Исраэль, Господь Бог наш, Бог один. Спасибо.